Йоу, друзья, перед просмотром этого видео хотел бы пригласить каждого из вас на свои первые концерты. Нам уже давно было пора встретиться, поэтому цепляй своих подруг, друзей и покупай билеты по самой низкой цене по ссылке в описании. Ну и приятного вам просмотра! Всем привет, с вами Нариман, и это обзор моего кальяна. Нет, это очень смешная шутка. На самом деле с вами Ди Лоренцо. И сегодня в такой уютной и атмосферной обстановочке мы с вами будем обсуждать, как же снимался совместный клип с Тимуркой Битс «Парни из деревни». Так, друзья, ну давайте, наверное, начнем с предыстории. Наверное, в феврале или даже январе 2019 года. Да, это было слишком давно. Мы списываемся с Тимуркой и обсуждаем, какую же нам коллаборацию придумать. Ну а что тут думать-то, ёпта? Я тут, значит, великий японский композитор, Тимурка уже звезда рэпа. Все, и мы придумали сделать офигенный рэп трек. К счастью, тему трека тоже пришлось искать недолго. Как вам известно, Тимурка Битс — это парень из деревни Колмогорова. А я, если вы вдруг не знали, родом далеко не из Санкт-Петербурга и даже не из Уфы. Я из малюсенького полудеревенского городочка под названием Белебей. Ну как бы все, тут уже дураку понятно, какая тема для трека будет. То есть это история о двух деревенских парнях, которые приехали в город и пытаются флексить и выебываться тем, что они из деревни. В общем, после того, как тема была выбрана, мы стали писать текст. Ну, это как бы рэп, и текст там нужно сочинять не больше, ну, минут 10-15. Но записали мы этот трек спустя полгода. То есть мы договариваемся о треке в январе, а записываем в августе 2019 года. Ну а чё, были дела поважнее, чем русский рэп? В общем, наверное, слишком много говорю, пора вам уже все показывать. Тимурку за счет бюджета клипа мы привозим в Санкт-Петербург из Кемерово сниматься в клипе, записывать трек. И все, что происходило дальше, вы сейчас увидите на своих мониторах. Нано! Всем привет, дорогие друзья, с вами Ди Лоренцо. Я сейчас нахожусь в Питере, со мной рядом кто? Я! Тимурка Битс. Короче, этот парень приехал ко мне в Питер, чтобы заснять клип. Сейчас мы идем на студию записывать трек. На завод. Студия находится у нас здесь. Как тебе Питер? Хороший. Короче, он только что с аэропорта, ты сразу вот в такое прекрасное здание питерское прилетел, вот. Мы тут влог снимаем. Влог, yeah. Это Стефан Пай, мы на студии, йоу. Интересная ситуация, когда выходит мой альбом «Калейдоскоп», в котором и был трек с Тимуркой, все услышали его голос и просто охренели. Блять, это что за хуй? Вы еще ёбнулись? Это он? Че у него с голосом, блядь? Ведь в основном Тимурку помнят по трекам «Копы на хвосте» и «Дис на копов», где у него был достаточно писклявый голос. Но специально для нашего трека этот молодой рэпер Тимурка Битс повзрослел. Он сломал себе голос специально, чтобы казаться круче в таком брутальном клипе. Ну, на самом деле, просто, ну, как бы, переходным возрастом, пубертат и все такое. В общем-то, я тоже, на самом деле, не ожидал, что у него будет такой голос. Но лично я был доволен. Тимурка реально талантливый паренек. Респект Тимурке, нахуй. Поздал. Пост принял, прыгнул сочный черный бимер. Слоу Тимурки бить покажет, чего ты еще не видел. Эти парни в городах так косо смотрят на меня. И снова копы на хвосте, за мной стоит моя семья. Выстрел тут, выстрел там, я почекаю города. Бэйби, инстаграм модель идет со мной на все навал. Я танцую миллирак, зафиксируй этот взгляд. Мой кодоблок 42 и 47. Весь мой склад, и станешь теленком. Приедешь сюда, все деревни тебя ненавидят. Пум-пум, красота, это звуки села. Попробуй, глупец, подойди к нам. Йоу, кэш, слышишь, мне не нужен кэш. Продавщица в магазине меня знает, скажу ей. Залета, флешбэнк, Колмогорова, гэнг-бэнк. От меня ждут все мясо, окей, строим всем слайм щит. На дискотеках я же кей, кручу вертушки. Я диджей, твоя малышка, not bad. Ты громко плачь, ведь я с ней. Йоу, бич, это Тимурка Битс. Ди Лоренцо на битах, а мы взрываем с ним. Йоу, бич, деревенский клич. Повтори слова за нами, выкупай наш бич. Парни,
Ёпцаны. Мы записали репчик вообще просто. Йо, рэп трек был записан нахуй на студии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Да-да-да. А ты, кстати, на первый раз? Первый раз на студии записываешься? Вот именно на студии, да. Но у меня домашняя студия, ну, блядь. USB микрофон? Да. Мы, короче, сейчас знаете, куда едем? Мы едем в мою гостиницу, чтобы мне нужно переодеться. Чтобы выебать шлюшек. Итак, после того, как мы записали с ним трек, уже на следующий день были съемки клипа. Съемки у нас заняли примерно полтора или два дня. И это было достаточно смешно. Смотрите сами. Здорово, пацаны. Ну что ж, добро пожаловать на съемки нашего клипа с Тимуркой Beats. Сейчас я пока что один, команда там раскладывается. Я думаю, что сегодня будет интересный день. Сегодня у нас первый день, мы будем снимать очень много, почти целый день. Ну и завтра чуть-чуть. Ну, короче, приятного просмотра. Погнали. Тимур, ну и что, вот как каково тебе вот лететь из Кемерово вот сюда, к нам, в Калифорнию? Плохо я летел, пересадки, горят леса. Знаешь, как я бы тебя назвал? Как? Карлик вор. Нет, я не вор. Ну вот наоборот, Карлик вор — это Эльдар Джарах. Он украл у меня трек Гена Букин, у меня и у Миши Свергона. Никто это не знает, но он реально украл. У него действительно вышел трек Гена Букин за месяцев 8. Да, после нашего трека Гена Букин. Причем, когда мы написали трек Гена Букин, Эльдар Джарахов, он в твиттере Миша Свергон написал: «Ой, а мы тоже, кстати, тут только начали писать трек про Гену Букина, пацаны, мы ничего не воровали, но мы только начали писать, если что». И в телеге писал Миша такой, типа: «Если что, мы ничего не украли». Руслан должен был играть в клипе, у него было позарез времени. Мы ему скинули адрес: улица Ленина, 50. Но прикол в том, что в Петербурге есть две улицы Ленина, 50. Одна находится в Купчино, а другая находится в Парголово. И это две противоположные точки. И угадайте, куда приехал Руслан? В Москву. Да. В общем, он приехал абсолютно не туда. И теперь не успевает на съемки. Тимур, сейчас так, вот такой ракурс, как ты в тюрьме сидишь. Блядь, нахуй, сколько можно же сидеть в этом тюрьме, ебаном, а, блядь, нахуй. Все, ребята, съемки идут. Вон, Тимурка кидает флеш в мента. Сцена, которую видели, где Тимурка вылазит из тачки, снята на вот это. Сюда крепится камера, вот эта вот штука крепится на капот, и происходит съемочный процесс. Летят, сука, строки, панчи прямо в твой кадык. Потому что я Кадников. Потому что ты... Лаших. У тебя черная точка на переднем зубе. Я называю тебя кариес. У тебя белая точка на переднем зубе. Я называю это Энмастер зубы. Такая рифма, братан. Глупая прическа на гомика похож. Тупой дрыщ, несешь ложь. В рай не попадешь, я тебе не дам. И сделаю там трампапам, трампапам. Твой Лексус не Лексус. Твой Lexus — это Kia Rio. Как вы поняли, я в этом клипе играю роль водителя в основном. Пидор. Сейчас мы должны сбивать Тимурку Beats. В общем, второго Тимурку Beats, то есть маленькую куклу ребенка, сделал режиссер клипа Сергей. Но это было пипец как уморительно. Типа взяли обычный какой-то манекен, обрубили ему части, склеили обратно, пришили какой-то проволокой, и получился примерный рост Тимурки Beats. После чего нам, к сожалению, пришлось взять одежду с Тимурки, его там мерч, и надеть, собственно, на его копию. А после чего сбить на машине. Лично я ничего не употребляю, чтобы такие идеи придумывать. Это все, блядь, вопросы к нашему режиссеру. Ебать! Блядь! Это мог быть... Круто было! Итак, ближе к вечеру, после съемок на первой локации, мы поехали в район Санкт-Петербурга-Девяткино, где было огромное травянистое поле, и на заднем плане был город. То есть это идеальная локация, чтобы показать контраст между деревенскими пылевыми
парнями и городскими новостройками. Вот такая блядская идея. Лично, по моему мнению, самые красивые кадры из клипа получились именно на этом месте. Прав, мы парни из деревни, да, мы парни из деревни. Парни из деревни, да, мы парни из деревни. Парни, 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 парни из деревни. 45, 102, вы плохие парни из деревни. Йоу, кэш, слышишь, мне не нужен кэш. Продавщица в магазине меня знает, скажи. Окей, сразу же после локации с полем мы поехали в следующее место, где тусовались дрифтеры. Я, значит, заруливаю на своей машине, смотрю, а там, блядь, 200, наверное, корчей дрифтерских стоит. У меня просто челюсть отваливается, я врубаю фонг и смотрю, как там пацаны крутят, блядь, свои пятачки, как это там, бублики, сушки вот эти вот. В общем, это было очень крутое зрелище. И самое интересное, что у нас там не было вообще никаких знакомых. Мы просто ходили и спрашивали, а вы не можете поучаствовать в съемках клипа, чтобы вы просто на заднем плане немножко понаваливали боком, а мы тут почитаем рэпы. Короче, мы обошли несколько машин, нас послали нахуй. Но все же нашелся один парень на бэхе, у него была мега охуенная бэха. Он согласился, я где-нибудь оставлю здесь его инстаграм, зайдите к нему, поблагодарите за охуенный дрифт. В целом, да, хоть и с дрифтом у нас кадров вышло не прям таки уж много, но это самые эффектные кадры. То есть с полем были самые красивые, а это самые эффектные. Это все, что он может сказать. Мы просто опаздываем по графику, мы на первой локации задержались 5 часов, хотя должны были задержаться 2 часа как минимум. И наступает последний съемочный день. Я, блин, в торопях бегаю за всеми, там заезжаю за всяким реквизитом, потому что Тимурке нужно было в этот день уезжать, и нам нужно буквально там за пару-тройку часов заснять синхрон, то есть когда мы открываем рот, читается рэп, и потом это все, ну там, ну вы понимаете, короче, что такое синхрон, ёпта, вы же не дебилы, нахуй. Ну, в общем, все. После того, как мы проводили Тимурку, мы отправились на последнюю локацию, где уже записали мой единичный синхрон, где там под мостом я читаю такой, блядь, весь... хуярюсь там. И да, это была завершающая часть съемок нашего клипа. И вам, наверное, интересно, сколько директор Алиэкспресса заплатил за данное произведение Искусстантасиона. На все про все, за технику, за билеты оператору, за билеты Тимурке ушло примерно 230 тысяч рублей. Да, кто-то скажет, что за эти деньги можно было заснять еще круче. Но поверьте мне, мы четко вот просто уперлись в границы данного бюджета, и нам просто идеально на все хватило. Деньги никуда просто так не шли, и все в порядке. В общем-то, хочется поблагодарить всю команду, которая участвовала в съемках видео. В первую очередь, респект оператору, режиссеру Тимурке Битс, который с задержкой самолета все-таки смог прилететь и поучаствовал в съемках. Конечно же, Никитке Мастерову, плавнику, Насте Свирской, которая помогала нам убирать все... прыщи с наших еблищ. Ну и конечно же, большое спасибо вам, так как часть расходов нашего клипа оплатили вы на моих стримах. Вам огромный всем респект. Короче, дальше вы увидите кадры о том, как я поехал в Москву на сходку подписчиков и какой трэш творили сам ютубер. Вы извините меня, просто ухуеете. Да простит меня Тофик, что эти кадры были показаны всем. Денчик, блядь, очкели! Денис тупо пидорас, ставьте ему лайк.